Так будет с каждым. С другой стороны, измеряю 62,1. Чаще, вот всего, вот сейчас примерил уже 8 клинков из 10, выдает значение 62 единицы, ну, 60, вот так вот, примерно, вот, вот это вот самая частость, 62,1, 62,2, иногда 61,5, но это редко, все-таки уже. Вот 62 это самое такое часто выдаваемое, которое мы возьмем за основу, как положено. Даже самому интересно. Нержавейка все-таки. Вряд ли, конечно, но, наверное, должно. Царапает. Ну, не дерзко. Ну-ка. О, уголок нашел. Он с дымком. Так. Вот если уголок найти, она с дымком хренает. Неплохо. Дальше все будет заглажено. Все будет зашлифовано. И царапать он будет хуже, либо вообще прям практически не царапать. Потому что вот эти вот сейчас острые углы, в которые можно порезаться прям даже, они будут не такими острыми. Что ж, всем доброго времени. Сегодня уже предновогодний вечер. И вот еще получается в 23-м году, в самом-самом его конце, вот изготовил клиночки, которые я, в принципе, давно хотел сделать. Просто то стали нет, то еще чего-то там так далее. Все клинки из стали S90V, ЦПМ которая. И один клиночек, вот, в принципе, он под заказ. Это Элмакс. Это, ну, скорее всего, его заберет тот, кто хотел его забрать. Если не заберет, я вывешу на сайте. Но, в общем, у меня нет таких четких договорняков, что там прям кто-то обязан чего-то, кто-то предоплату, никаких делов, ни предоплат, ни обязанностей, ничего. Это в конце. И сейчас посмотрим. Это у всех клинообразные спуски. Это вот новая моделька, нарисованная мною. Вот здесь вот кажется, что вроде бы, да, от шлифовки такая полоса. Нет, это Сталюга выдает такую полосу. Это к производителю ЦПМ-ки. Вот такие вот варианты. Шлифовку сейчас я вам попробую показать. Если вообще получится. Там очень сильно-сильно прям просматривается рисунок стали. Структурный, продольный он такой. Но он прям частый, мелкий и похож. Вот здесь вот сейчас будет, наверное. На дамаск. Очень сильно похож на дамаск. Вот. Его очень хорошо видать. Кромки не сверхтонкие, они тонкие, они рабочие, они ровные, равномерные в смысле по всей длине, но не сверх-сверх, прям около нуля, чтобы прям где-то. Вот сейчас на глаз она где-то, ну, 0,4 она точно есть. Почему я так сделал? Потому что было уже два случая, когда люди брали их для тяжелых работ, такие варианты, и кромки уничтожались. И только потому, что их там практически в ноль, там 0,1 вот так вот заводил. Вот так вот. Поэтому сделал универсальные более варианты, чтобы они как бы могли все. Всемогущими были. Ну-ка, вот рисуночек такой. Не слишком много блеска, и камера. Вот, вот. И камера в основном не передает. А вот здесь вот ее видать, этот рисунок. Новая моделька. Тоже. Вот как-то сидел вечером, рисовал такой. Муза мне ко мне зашла, такая говорит, давай порисуем. Я говорю, давай. И порисовали. Ну, докопаться не нашел до чего, чтобы докопаться. Ну, просто, можно сказать, безупречные варианты. Тоже нарисовал, исходя из, как бы вам сказать, предпочтений некоторых заказчиков. Из предпочтений каких. Вот такая, что была штука. Что вот здесь вот дулька была, вот эта вот. Что вот здесь вот такой вот упор был. Это вот важно очень. Ну вот, отрисовал. Не стырил. Тоже кто-то спрашивал. Ну не знаю, мне вот такие модельки для меня лично непонятны. Но такой вот конфигурации. Но многие говорят, что прям это вот вообще то, что нужно. На, сейчас я вам рисунок попробую еще раз. Забахать вот здесь вот где-то. Он там просто глаз режет. Вот если его вот чуть-чуть, что-то вроде маленько проявляется.
камера не может передать, она отблески ловит. А на глаз просто вот, ну, рисунок режет взор, так сказать. Вот такой вот вариантик с облегченными вот этими делами. Это для пина большого там, ну, кто как использует. Также новая моделька. Они широкие. Геометрия сделана для реза, чтобы они резали, а не просто были какими-то ковырялками. Как один сказал, колючки. Нет. Это реза. Для реза. Вот. В руке сидит такой плотненький, такой, прям такой крепыш-крепыш, прям вот, ну, блин, он мне нравится. Он мне понравился даже сразу, как я только нарисовал, вырезал, думаю, блин, да он, зараза, красавец. Как, в принципе, и вот этот вот тоже мне нравится. Я картыши люблю. Короткоклинковые варианты. Так. И снова новинка. Вот такой вот, в простоте, вот в этой вот конфигурации, я увидел именно вещь. Прямо вот вещь. И вы знаете, он тоже один из моих таких вот, которые мне понравились. Вот. Он просто как-то вот такой максимально простой, максимально функционален, в принципе. И он какой-то такой вот, не знаю, он такой как-то игрушечно-серьезный, вот такой вот, что ли, клиночек, как по мне. И думаю, ну, вот запотевают они уже, остыли клиночки-то. Сейчас горячие были только что. А теперь вот так вот. Это вот клинок тоже из новых я нарисовал. Но он, видите, как-то, да, я только потом заметил, что он напоминает кухонник. Прям реально кухонный-кухонный, да. Но я его рисовал не как кухонный, а как вот, какой-то охотничий-разделочный, так сказать. Вот. Ну, вот так вот получилось. И, кстати, вот эти вот длинные клиночки, они, когда вот их шлифуешь, они так прям приятненько пружинят. Прям пружинка. Вещь. Облегченная рукоятка. Вот там вот сзади, видите, больше отверстия. Это под пин, например, с отверстием. Или там, ну, какие-то подтемлячные дела. Такой пружинищий такой клиночек. Класс. Вот этот тоже так же пружинит. Классненько, прям вообще хищный. Но это не новинка, это 88-й год, когда впервые он увидел свет. Вот этот такой вот этот шаблончик, просто у меня до сих пор остался. Я его не рисовал. Здесь кромка более тонкая, но она вся равномерная. Это рисовал еще мой отец, и как бы под заказ там кому-то делали. И поэтому он так вот и залежался еще в латунном шаблоне, из латуни. Вот эти вот отверстия, кстати, вот задние и вот это вот, и тут какой-то такой вот темляк делали. Не знаю для чего, может, чтобы рука не слетала, либо что ли, не знаю. И по шлифовке, да, она вся такая вот здесь одинаковая. Она вся одинаковая. Не знаю, покажу ли я вам это. Но вживую, я вам скажу, это выглядит вообще по-другому. Более бомбически, чем на видео. А, что-то я в экран сую. Наверное, не видать нифига. А, шлифовочку. Шлифовка вообще тут какая разница, какая шлифовка, да? Ну, мелкая, да. Я очень постарался. Вот хочется рисунок показать. И, кстати, кто-то меня спрашивал, а как шлифуются? Ну, блин, вот рисунок реально весь на отблеске, просто глаз режет. А у вас вот сейчас, видите, просто белый отблеск. А он в этот момент, вот весь рисунок именно виден. Как шлифуется ЦПМ-ка? Да хреново. Вот весь ответ. Хреново она шлифуется. Но если уж очень хочется, то все равно, куда ей деваться? Все равно она сдастся в итоге. Самое главное было мне не перегреть, потому что шлифовки много, а чем мельче, тем больше момента того, который может дать перегрев. А для меня это табу, и поэтому, ну, вот намудрякался я с ними крепко, потому что вот реально мне
Это важно. Если он где-то там, где-то маленько там поменял какой-то цвет, все, это все, ну все пропало. Все пропало. Поэтому вот я делаю это долго и хлопотно. И все, обзор на эти клинки, все. А это вот клиночек из Элмакса. Он более синего какого-то оттенка. Кстати, он еще подписывал, чтобы мне тут потом его не высматривать по оттенкам. А именно, чтобы это сразу найти. Кстати, сталь отличается. Я его шлифовал, взрезал вместе со всеми этими клинками. Только вот термичку она маленько другую имеет, эта сталюга. И поэтому вот пришлось так вот повыпендриваться. Ну, ничего сложного. Самое главное, что вот все конфигурации остальные, вот как у всех, чтобы заодно протащить. Это вот ваш вот заказной клиночек. Рисунок здесь тоже есть, только он вообще другой. Он какой-то треугольниками, мелкими-мелкими, древесными такими. Прям очень мелкий древесный рисунок. Вот такими клинышками, прям весь такой. Вот так вот. Это вот заказной. Если его не заберут, он будет на сайте. Элмакс у меня теперь уже есть, сталюга. Но, как бы объяснить... Вот только первый клинок из него пошел. Я ее думал не дождусь, меня вообще думал, что ее на таможне отнимут, да и все, до свидания. Но все-таки вот, дошла. Единственное, что я пообещал за нее тут один ценник, как бы, не буду озвучивать какой, но я просчитался. Просто, ну как-то, ну, мне вот только сталь попала в руки, я только ее на лазера сдал, чтобы вырезать. И мне человек звонит и говорит, сделай. Я так от балды такой говорю, вот столько будет стоить. А вышла она дороже, короче говоря. Но сразу хочу сказать, что мое слово железное. И поэтому, если вот сколько я сказал, столько он и будет. Это не важно. С одного клинка я не буду сейчас вот тут, как говорится, сопли размазывать по монитору. А все нормально. Вот в этом все хорошо. Просто я ошибся в попыхах. И что ж, я не сказал. А не сказал, да, я следующее. Замеры. Все замерял, все клинки до одного. Каждый клинок примерно по 5 раз на каждую сторону протыкал. Когда они еще были более грубыми, чтобы потом все вот это вот сошлифовать. Потому что тычки были вот здесь, вот около передних отверстий. Ну, очень некрасиво смотрится, как будто какой-то брачок. Поэтому пришлось все это вот раньше делать, до того. Но вот все равно вот здесь вот, если вот посмотрите, вы видите, там вот эти микроточечки, они, блин, с пылью вместе, да? Вот, вот тут точечка, вот она еще до конца не ушла шлифовки. Вот здесь точка, вот две вижу за отверстием, прям чуть за ним. То есть, как вы понимаете, для чего это все делается раньше? Чтобы не испортить вид окончательный в итоге. И, да, по результатам. Самые средние выдаваемые 62,2. Ну, 62 давайте округлим. Я так и напишу, что на сайте, что у них твердость у ЦПМ-ки 62 единицы. Хотя очень часто выдавала 62,2 по Роквеллу. Что по этому, по Эламуксу? Он выдал 61,6. Просто вот, вот везде. Ну да, гуляла там на 2-3 десяточки вот туда-сюда, потому что еще шлифовка крупная была, и надо попасть там как бы много раз протыкать, все это замеры сделать. И чтобы вот эту среднюю вывести. Но сталь вообще другая, даже сейчас отсюда вот смотрю, не знаю, видите ли вы это, нет, наверное. Вот эти вот клинки, они белые. Просто белый стальной цвет. А этот какой-то вот... Легкую какую-то такую темную, какую-то, как будто бы в синеву. Такой серо-синий какой-то оттенок имеет. И вот если их делаешь только один Эламакс, то этого не замечаешь. Или делаешь одни ЦПМ-ки, тоже это не понимаешь. А вот когда все это вот в одно идет, тогда да. Вот сейчас я на них смотрю, и они, ну блин, реально, они разные. Ну-ка, может, я и вам покажу. Не знаю, увидите ли вы вообще этот момент. Вот этот клинок, он темнее. Серо-синеватый какой-то клинок. Может, мне кажется, что это синева, но он более темноватый, как бы вот так вот. Он более темный. Ну ладно. Мне кажется, смысл сейчас вот все этот. 6 миллиметров, которые вот большие вот эти вот. Этот, может, где-то, да, восьмерку я им говорил. 6-6-8, 6-6-4, 4. Это по памяти. 5-5.
6, 6, 8, 3, 8, 5, 5, не помню, 3, наверное, да, 5, 5 и 3, 6, 6, 6, 6, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, вот эти маленькие. Ну, а теперь могу сказать только одно. Вот теперь реально с наступающим 2024 годом. Вот потому что уже вот-вот, как бы, вот через несколько часов у нас будет Новый год. И поэтому теперь вот это как нельзя кстати. Так что всем добра, чтобы все мечты, все задумки сбывались, чтобы не было войны. И всем хорошего твердого клинка. До новых встреч в новом году. Увидимся.